Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, давай посмотрим, что у нас тут за ежедневки. Нанесите 20 единиц урона героям ржавым разрядом и 20 единиц урона капитаном огоньком. Как тебе такой вариант? Капитаном огоньком, зашибись? Да. Ну что же, давай посмотрим, что можно вообще сделать за капитана огонька. Что это за колода такая? Что за странная у меня тут колода? Ну а если я, например, уберу вот это и поставим вот так, к примеру. Так, у нас тут что-то я не могу понять. У нас интересная очень, конечно, колода. Давай возьмем, наверное, вот это вот. На нем, что ли, мы решили сыграть? Хотели сыграть, я так понимаю. Что-то все подсказывает именно к тому, что мы должны, типа, сыграть на нем. Черника, я думаю, здесь вообще не нужна. Она вообще тут не в тему. Так, двойной тут удар у нас есть. Бананы. Интересно, конечно, тут все как бы получается. Но рабочая ли эта схема? Вот в чем дело. Будет ли это все работать? Ума не приложу, тут только надо, ребята, проверять. Давай попробуем. Давай попробуем, посмотрим, что у нас из этого вообще может получиться. Двадцать единиц урона, да, нужно нанести капитаном огоньком. Поехали, посмотрим. Поставим сюда его. Что-нибудь есть у него? Ну, двух подтанцовщиков выставляет. Так, а что у нас вот это делает? Ага, здесь растение получает 2 плюс 2. Блин, а у капитана огонька нету, там, я смотрю. Ага. Так, ну что, убираем этого хмыреныша, да? И вот этого. Карамельки. Бомбанем, наверное, сюда, да? Что там у него в запасе сейчас будет? Я фиг его знает. Зомби-астронавты. Ну и конфетками, наверное, он его закормит. Или что он там будет делать? Окей. Так, у нас микс есть. Этого мы уберем. Вот так вот сделаем. Две карты, да вытягивай, господи. Я вот так вот сделаю.
Угу, допустим. Блин, мне бы что-нибудь такое, ребята. Клевер — это, конечно, хорошо. Клевер — это хорошо. Давай я вот так вот сделаю. И вот этого сюда вот так вот подтянем. Уничтожает. Окей. Так, у нас, не забывай, сработает защита. Ха, бонусная атака, давай. На. Так, бонус на час, значит, получается, да, срабатывает. Придержим пока коней. Угу. Ну что я могу сделать? Сделать так. Угу. Да ладно. Ну, здесь, ребята, добор, конечно, уберет. Ха-ха-ха, смотри, что у нас. Смотри, что у нас здесь есть. Как вот только бы нам это сделать-то? Как бы нам это сделать-то? Как бы провернуть-то, я вот думаю, а? Три бонусных атаки, да? Давай посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, ребят. То, что он шаманит, это все понятно. Срабатывает защита и... Что там у нас? Трындец. Ну, кто знал, ребят, что вот так вот получится все? Я, например, не знал. Что у него вот появится, нанесет он 2 единицы урона. Да, Огонек, не получилось у нас с тобой пока. Сколько ты нанес? 12 единиц урона. Давай-ка мы другую какую-нибудь колоду создадим. Так, возьмем этого. Самое фиговое, что даже не знаю на чем. На клубничках? Ну, можно было бы, конечно, на клубничках сыграть, но мне кажется, это не тот вариант. Как бы не тот вариантик немножко. Клубника. А что она делает? Наносит 1 единицу урона, когда рядом с клубничным вождем. Так, получение ягодного взрыва. Получение ягодного взрыва. Ну вот это, я так понимаю, да, получение. Ну тогда есть смысл здесь поставить нам вот эти ягоды. Как вариант. Рев динозавра. Это одиночный, да? Это не тот, который я думал.
Ну, например, возьмем с тобой грибную поляну. Фиг с ним, пускай будет. Что тут еще можно забомбить? Глупо, наверное, это все, конечно, выглядит. Но попытаться надо как-то что-то сделать. Бананы, бананы, бананы. Набрал не в попад, ребят, вообще просто. Абы что было. Поехали. Трындец, конечно. Но не знаю, как-то вот не вдаваться. Вот привык к определенным видам. И все. Нет, конечно, можно, ребята, разыграть какую-то колоду, придумать хорошую именно с синергией, чтобы была. Но это надо думать. В данный момент у меня, например, ни одной карты нет, которая могла бы уничтожить супер огромного зомби. Понимаешь, в чем дело? Ну давай вот так вот я сделаю. Видишь, он валунчик тратит. Уже хорошо. Давай я, например, сделаю вот так и вот так. У него может быть уменьшение атаки. Нет, он размещает зомби-астронавта. Хорошо. Так, стоп. Давай посмотрим. Вот что у него здесь было. Установить себе здоровье. Угу. Ну, я сделаю вот так, к примеру. Перемещает зомби. Ну ладно. Сюда. Хочет два грибочка, чтобы у меня было. Так, опять гриб. Ой, ой, ой. Что же ты делаешь-то, парень? Что ты делаешь? Погнали, друзья, фиг ли делать. Так. Еще вытворяет. Угу.
Такс, ну что? Пинь-пиню, да? Вот так ты решил. Ну что, погнали? Пиу, пиу. Это меня не волнует. Эх, все, ребят, карантарики ему. Что я могу сказать по этому поводу? Ну все, капитан Огонек нанес 20 единиц урона, ребят. Так, теперь нам нужно нанести 20 единиц урона ржавым разрядом. Ну, в принципе, на разряд... Ржавым разрядом-то мы уже играли. Давай попробуем что-нибудь другое создать для него. А для него ничего другого не создашь. Для него ничего другого не создашь, только вот спортивная колода для него идет вообще идеально. Вообще идеально идет для него именно спортивная колода. Ну что ж, давай попробуем. Так, два сумоиста, это как минимум нам понадобится. Так, три. Возьмем с тобой трех спортсменов вот этих. Это у нас фотограф. Две защиты. Два камушка. Дальше. Три вируса. Один флакончик возьмем. Пригодится. Три вот этих спортсмена. Три этих. Соответственно, четыре тренера. Обязательно без них куда? Никуда. Возьмем, сделаем так. Плюс этого возьмем. Дальше. Так. Сделаем так. Дополнительная, наверное, атака. Всякая может быть. Может пригодится, может нет. Ландшафты, конечно, ландшафты еще нужны. Само собой. Раз, два, три. Три ландшафта возьмем. Ну и, наверное, перестраховку, да? Она все равно нам нужна будет, пригодится, скорее всего. И... на всякий случай, наверное, вот этого возьмем. Че, посмотрим, друзья, что у нас тут получится. Что это за команда Гуфи я тут собрал? Конечно, хотелось бы, чтобы все было... отлично, чтобы все получилось. Блин, ну не против колпака же, а? Ну не против же колпака-то. Хотя уже радует, ребят, что выпадает страж. Давай смотреть. Ночной колпак может не только же на этих играть. Че он там тюкается? Чересчур, а? Но он уже понял, что спортивная колода. Это он уже понял. Будет прокачивать грибы. Прокачивать будет, ребята. О, даже как.
Че, дождик? А, еще двух шампиньонов. Окей, давай сделаем так. Угу. Ну, я был прав. Я, друзья, был прав, ладно. Двух? Двух. Блин, ландшафт. Почему ландшафта у меня нету, а? Почему ландшафт не появляется? Угу. Да, он что-то делает. Давай, наверное, я вот так вот сделаю. Так, чтобы тут лучше сделать-то? Давай, наверное, здесь бомбанем. Так уж и быть. Тренер, отлично. И вот так вот поставим все. Не успел я поставить, блин, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Ну, наконец-то. Наконец-то, друзья мои, ландшафт-то мы поменяем ему. Так, а он что там дает нам? Ага, три синие. Да пускай он там прикрывается на своих бобовых. И то, что, да, то, что он набирает вот это все. Так, у него с картишками там проблема, да, я смотрю уже. Угу. Поехали. Не получим, но потеряем. Так. Ага. Плохо, друзья мои. Ну ладно. Погнали. Ты сейчас серьезно? Ну что ж, будем смотреть.
О, как. Так, ну что, этого чудика, наверное, мы отодвинем немножечко, да? Сюда. Поехали. Сейчас у него сработает еще защита, естественно. Сейчас сюда грипп вызовет, верно? Понятно. То есть и не выбрали, и ни карту не добрали. Ну все, ребят, тут трындец. Тут получается просто трындец. Да тут сдаваться надо. Что мы тут сделаем, ребят? Мы ничего уже здесь не сделаем. Этих мы уберем, ну а дальше-то нам вот этот 6 в лицо прилетит. Даже то, что нам защиту дадут, это не в счет. Поехали дальше. Что-то как-то совсем легло неровно. Вирусов нам не дали опять ни одного, хотя их целая колода. Не знаю, попробуем здесь. Так, он сейчас со своими минами, да? Мина, ну ладно, хорошо. Здесь можно, по крайней мере. Сейчас мину, если поставить, мы ее уберем. Нет, тут не мина. Ну, допустим. Вирус. Так, если я не ошибаюсь, здесь у нас 5-4 будет, да, по-моему? 5-4, да. Что делаем? Так, если что, мы его подбить сможем. Да ничего я пока делать не буду. Ах ты жук, ты навозный. Ладно. Ладно. Сейчас, ребята, сделаем. Вот так вот. Не, у него молоточек есть, конечно, не спорю, который может уничтожить там. Убирай. Умоляю, ну ладно, убрал. А, на воду. Он его убрал на воду, ребят. Переместил. А на воде у нас никого нет, к сожалению. Что он хочет сделать? Клан ананасов, что ли? Я не могу понять. Или что? А, вот это вот. Ладно. Так, здесь хильнемся. Поехали. Эх, погибает.
Смотрим. Три, три, шесть, да, получается. Погнали. Угу. Так, этого хмырёныша сюда перетянем. Хотя, может, сейчас тут... Я не знаю, что там, мины или что у него там вообще есть. Это вот пока сейчас будет тут, конечно, вредить. Этот арахис. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, фиг с ним. Вот это пугало меня больше интересует. И сюда. Поехали. Угу. Такс, такс, такс. Давай посмотрим, что он сейчас будет делать. Ну, он... А, у него... Блин, он всех почти у меня уничтожает, да? Че, опять проигрываем, что ли? Ё-моё. Да, по ходу дела, ребят. Своей бомбой этой, а. Твою налево, ну когда мы наберем уже, блин. Я не знаю, что происходит. Ржавый разряд раньше был крутой. Сейчас, все, ребят, не могу. Не могу я почему-то им нормально сыграть поединок. Постоянно у противника есть что-то на опережение. Я делаю то, у противника еще лучше. Я делаю то, у него еще лучше. Это рандом. И это рандом меня бесит. Ну вот чего-то не дает мне. Вот нафига мне вот против колпака вот это вот нужно. Это мне вот нафиг не нужно сейчас в данный момент. Начал ее просто. Так, ладно, валун у нас есть, если что. Попробуем разрулить. Вызывает свои грибочки, ладно. Все, надеюсь, на этом закончена твоя плеска. Погнали. Рикошет. Ну давай. Такой деловой. Так, друзья, ну я не знаю тут, как лучше сделать. Наверное, лучше так.
Поехали. Сейчас без ямы, что у него опять срабатывает, он сейчас может вырубить вот этого мне. Если гриб у него там есть. Если гриба нету, то нормально. У него гриб есть. Понимаешь? Я вот говорю, ребят, я не знаю, как тут еще играть. Просто не знаю. Дерьмо какое-то получается. Да ты заколебался своими грибами, а? Страж, где страж, который мне нужен сейчас? Страж вот этот вот. Я его вообще не вижу, ребят. Его просто тут нету. Трындец, молекулярка. Ну, благо, хоть какую-то фигню превратился. Поехали. Угу. Это меня не пугает. Так, ну что, давай попробуем сделать вот так вот. И вот так. Угу. Еще манипулярочка. Ребят, ну вот это вот что такое, а? Нет, это какой-то трэш. Ну хоть сердечко дали, но неужели, блин? Так, тогда еще может быть не все потеряно. Еще, возможно, не все потеряно. Сделаем так и сделаем так. У него опять же дождик может быть. Грибную поляну. Прикинь. Ты не оборзел ли, парень? Скажи ко мне на милость. Поехали, ребят. Ну, все на этом. Теперь все, по ходу дела. Че он там, дождик у него остался? Да ладно, блин. На случайный клиник. Ну вы не издеваетесь, что ли? Ну, ребят, ну вот это как назвать, а? Друзья, ну вот это вот как назвать? Вот это вот как? У меня нет слов. Просто нет слов. Я в шоке просто. Все, что сейчас вот делалось вот в данный момент. Кстати, у нас, мы когда открывали новые паки, у нас очень много дублей. Давай-ка мы их с тобой. Нифига себе, на целую 1000. Это, ребята, просто... Ну, это невообразимый фарт, понимаешь? Просто невообразимый фарт, потому что такого... Ну, вообще... Вот чтобы вот так вот везло... Моим противникам... Я не знаю.
Что для этого нужно сделать? Чтобы вот так вот просто везло. А что он сдался-то? Какой уровень-то у него там? 16-й. Понятно, испугался. Ладно. Я прям не... Подожди, а что у нас там за новые карты 4? Я что-то не могу понять. Ерунда какая-то. Подожди, что ты делаешь, Рэй? Поэтому я даже не знаю, ребят. Именно вот, все ставится так, как тебе не нужно, понимаешь? Так, ржавый разряд. Когда мне нужны были стражи, ни одного стража не выпало. Вот ты представляешь, вот ни одного стража мне не выпало просто. А он мне нужен был. Чего? На одних заклинашках, что ли? Ну ладно. Давай вот так поставлю. Ну у него камень наверняка будет, валун. Ты же говорил. Что дальше? Давай так сделаем, посмотрим. Тоже валун будет, что ли? Вирус у него. Да вы издеваетесь, что ли? Я не пойму, блин. Что за фигня, ребята? Ну, твою налево, блин. Ну, хоть кого-нибудь-то. Ну что, он опять его сейчас поставит? Ой, ладно. Ну и что это мне даст? Давай посмотрим, что у него на этот раз будет. Размещает зомби-астронавта. Превращается в какую-то мразь. В пирата. Превращается в другого, да? Ребят, ну это что за, блин? Ну это уже беспредел просто, ты понимаешь? Это уже просто беспредел какой-то идет. Я не знаю, блин. Кого тут? Вот этого, что ли, нагибать? Ну ладно, давай нагнем у этого чудилу. Он еще превратится в кого-то. В кого? Я не знаю, ребят. Ну, в кого-нибудь. С подарочками, да? Я офигею, ребят. У меня просто нет слов. Это, ребят, так вот не может быть. Понимаешь? Да, далеко пойдем. Про.
просто запинывают, как я не знаю, как. Что-то такой деловой с кукушкой. Ну давай, я не знаю, что у тебя там на уме. Да. Заодно глянем, есть у него тут ландшафт или нету. Есть. Допустим. Этого чудил-то понятно, мы уничтожим сразу же. А здесь мы сделаем вот так. Ну, у него, естественно, заклинашки есть, поэтому... Видишь, что он делает? Потратил. Угу. О, как. О, как он делает, ребята. Погнали. Убери танцора. Да нахрена ты мне этого ниндзю, блин, убрал? Твою налево, блин. Чё там у него может быть? Я, ребят, не знаю, честно говоря. Без понятия. Поехали смотреть. О, как у него тут, смотри. Сейчас капелька еще вытянет, да? Уничтожит мне. Естественно, ребят. Ну что, нам только вот так надо делать. Я в ужасе, я в тихом ужасе, ребят. Чем мы тут творим? Что делаем, а? Твою налево, я только хотел... Я только, друзья, хотел его тут... наказать. Наказал. Все.